На самом деле, интуиция – это в некоторой степени такой маркетинговый ход, потому что мы не могли в какой-то момент объяснить людям каким-то адекватным словом то, что будет на тренинге, то, что мы вообще показываем. Мы на тренинге делаем вещи, которые там кажутся людям удивительными. 3 часа работы, и люди начали просто выдавать информацию о людях, которых они даже не знают, виделись впервые. 2-4 часа они начали выдавать информацию о людях, которых вообще видели только листик такой, на котором написано имя, фамилия, и то они имя, фамилию не видели, просто чистый листик перевернутый, и рассказывали об этих людях. Это больше о вот этой связи, о которой я говорил, да, что все мы единое целое. Для меня вообще, я люблю метафоры, связанные с интернетом, техникой, потому что они такие наиболее прогрессивные, пожалуй. Для меня весь мир – это такой огромный Facebook, огромная социальная сеть, на которой ты можешь зайти на страницу к любому человеку и начать читать информацию. Просто нужно уметь пользоваться сетью. И все, что связано с интуицией, это умение пользоваться вот этой сетью, социальной сетью мировой. Вот и все. А в этой сети есть все, вплоть до вещей. Люди все есть. Просто пользуешься ты или не пользуешься, это твой личный выбор. Вот это для меня интуиция.